Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о душевой кабине Timo 7790 с размером 90 на 90. Давайте посмотрим, из чего она состоит. Дверной блок душевой кабины выполнен из прозрачного, безопасного, закаленного 6-мм стекла. А это значит, случайно повредить стекло будет практически невозможно. Передние двери Timo T7700 подвешены на двойных металлических роликах, которые предоставляют надежное крепление двери к профилю бокса. А главное, ролики бесшумные, так как подвижный элемент ролика находится внутри пластикового кожуха. Поддон душевой кабины выполнен из 100% белоснежного акрила и установлен на стальной армированный каркас, что позволяет поддону выдерживать вес в 3 раза больше среднестатистического веса человека. Удобное сиденье, которое также является частью поддона, позволит с комфортом разместиться в сидячем положении для принятия гидромассажных процедур. Система клик-клак одним нажатием позволит набрать воду внутрь поддона и также легко ее спустить. В высоком поддоне удобно купать ребенка, а домохозяйки найдут преимуществом возможность использовать поддон для стирки и замачивания. На задней стенке из 100% армированного санитарного акрила душевой кабины установлена система гидромассажа, состоящая из 12 гидромассажных самоочищающихся форсунок, 6 из которых используются для массажа спины и 6 для бокового гидромассажа, кстати, очень популярного в Европе. А также сенсорного пульта управления, который позволяет управлять всеми основными функциями душевой кабины, такими как радио, верхний свет, вытяжка. Переключение режимов подачи воды происходит удобным 4-режимным переключателем режимов, а регулировка температуры – однорычажным смесителем. Вы можете выбрать, откуда вода будет поступать – верхний душ, ручной душ, гидромассажная система. А такие приятные дополнения, как зеркало и полочки, сделают эксплуатацию кабины еще более удобной. В крыше установлена подсветка «Лунный свет», состоящая из специальных сверхярких светодиодов, которые создают внутри кабины уютную атмосферу. Мощная и почти бесшумная вытяжка позволяет быстро проветривать душевую кабину после использования.